Добрый день, еще у нас одно включение, на этот раз с мальчиком. Пришлось принять меры предосторожности для Татоши. Он у нас с мальчиками не очень дружит, это Джоки. А это у нас что за порода? Норвич Терьер. Норвич Терьер, ничего себе, первый раз у нас такой вот экземпляр. Тихо-тихо, Татоша, видите? И Татоша, да. Ничего, это Норвич Терьер, Джоки. Нельзя, Татоша, нельзя. А сейчас... Так, через барьер. Нам сегодня все показывают мастер-класс. Опа. Барьер, барьер. Умный в гору не пойдет. Папа сегодня уже говорил про это. Джоки. Барьер. Давай, барьер. Он умеет только на камеру. Конечно, он умеет. Он просто на камеру не хочет показывать, что он умеет. А потом, потом папа барьер. Его... Барьер. Ты говоришь, сам папа-то барьер возьмешь этот? А ну-ка, папа, барьер. Раз, а папа барьер. Ай, какой ушлый пес. Ай, какой ушлый пес. Скажи, надо такие барьеры. Давай, барьер. Молодец, ну, наконец-то. Молодец. И папа преодолел барьер. И Джоки. О, хорошо, хорошо. Я правильно говорю, Джоки? Джоки, да. Джоки. Ага, видите, сразу смотрит. Ну, давай, типа, вкусняшку. Давай. У меня еще нет с собой. Ага, вкусняшку. Ага. Нету. Вон, тебя еще и немножко продинамили. Так, вот это красавец. А сколько ему годиков? Год. Ой, так он еще щеночек. И уже такие препятствия преодолевает. Вон у него какая золотая косточка с его именем. Давай, какой крупным планом. Татоша, осторожнее. 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 Вот два таких мелких экземпляра, один мельче другого. Вот это да, вот у нас, мы теперь уже налаживаем технологию прогулки с мальчиками. Так, и Татоша интересуется, Джоки. Так сказать, близок локоть, а не укусишь. Папа правильно сделал, что намордник-то это купил. Вот как у нас теперь география прогулок и знакомств. Расширяется. Вон он какой. Какой он у нас шатен. Да? Ты шатен у нас? Шатен. А ушки-то какие у него блестящие. У него ушки такие, у него кисточки какие-то. Татоша ревнует, ревнует. Он не ревнует. Он противный. Вот и все. Нет, видите? Вот видите. Папа уже за 8 лет характер. Нет, так я его держу. Помимо того, что у меня Татоша, вон смотрите, раз, и вот так вот он делает, у него намордник слетает. Но папа уже подтянул намордник так, что эти трюки перестали проходить. Ну иди, я тебя еще немножко поснимаю, да выключаюсь, а потом папе скажу, где ты дома будешь сидеть на диванчике и смотреть себя по большому телевизору. Ну-ка еще раз, барьер. О-о-о. Так пора планку-то поднимать. Скажи, в следующий раз папа вкусняшки возьмет, и мы поднимем планку. Поднимем планку. Да ты мой сладкий. Вот такой вот. Ну ладно, вот у нас такое приятное знакомство состоялось. Сейчас мы... Еще один ролик у нас выложится, и будем Джоки выкладывать. Еще раз порода норвежский... Норвежский? Норвич. Норвич. А, Норвич. Норвич Терьер. Норвич Терьер. Припоминаю, припоминаю. У нас, по-моему, девочка была такой породы. Так что, ну все. Татоша, давай тебя тоже снимем, что ты у нас как бы тоже присутствовал на этом знакомстве. И выключаемся. Все, всем хорошего настроения, пока.